площадь Тысячелетия Казани. Работы здесь идут круглосуточно. Сейчас устанавливают вот такие мраморные бордюры, укладывают новый слой асфальта. Все работы должны завершить уже к 7 мая, ведь в День Победы это место станет основной праздничной площадкой. Готовку проливаем для укладки этого. Асфальт. Перекопанные тротуары и шум техники. Так сейчас выглядит центр столицы. Горожане и гости понимают, это временные меры. Нет, ничего не мешает. А это уже Оренбургский тракт. Работы идут от танкового кольца. Именно по этой улице и будут ехать гости чемпионата мира из аэропорта. Движение не останавливаем при работе. Работаем по полосам. Поэтому насчет никаких заторов, как вы видите, на дороге нет. Полимерно-битумный вяжущий мы добавляем. Это противодействие образованию колейности на всех дорогах. Павлюхина, Петербургская, Ленинская дамба, Сибгата-Хакимова, Восстание – это первоочередные участки. Погода немного внесла коррективы, но в сроки должны уложиться, уверяют дорожники. Задача стоит это до 1 июня закрыть основные магистрали, связанные с передвижением автобусов непосредственно. Чтобы не парализовать движение города по пассажирскому транспорту. Это порядка 36 объектов. Для выполнения их качества нам нужна хорошая погода. И сегодня применяется и технология для верхнего слоя. У нас будет ресайклинг на эти объекты. И уже вот фрезерование идет при помощи 3D-нивелирования. На дорожные работы в столице в этом году выделили более 5 миллиардов рублей. Это и ямочный ремонт, и ремонт дворов, внутриквартальных проездов. А у жителей Новосавиновского района появится новая дорога. Она пройдет через частный сектор к центру семьи Казань. От Чистопольской до Сибгата-Хакимова – это новый участок дороги. Его приступили в этом году, выполним. Для этого пришлось там снести 7 домов, переселить жителей. Ну и, соответственно, провести. Сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, подготовке дорожного полотна. После этого появится дорога, которая соединяет две улицы – Чистопольская и Сибгата-Хакимова. Как только погода установится, Казань начнут озеленять. Разобьют 23 тысячи квадратных метров цветников, развесят 3 тысячи кашпо и цветных вазонов, уложат газон. Анна Городнова, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань.